В жизни россиян возвращаются известные всем советским школьникам три заветные буквы – ГТО. Президент Путин подписал закон, который вносит изменения в систему физической подготовки и, как сказано, физического воспитания населения. На практике это будет означать, что Министерство спорта утвердит государственные требования к нормативам, сколько раз отжаться, подтянуться, как быстро плыть или бежать и так далее. Все испытания добровольные – мужчины, женщины, взрослые, дети – проверить себя смогут все – от 6 до 70 лет. Как и раньше, нормы ГТО разделят на три уровня сложности. Прошедшим будут вручать знаки отличия, соответственно, золотой, серебряный или бронзовый. Обещают предусмотреть и другие бонусы. На выполнение всех преобразований из бюджета выделяется 1 200 000 000 рублей. В советские времена появление системы ГТО вызвало бурное развитие всего, что способствовало физическому развитию. По всей стране строились тиры, аэроклубы, военно-спортивные кружки. Но сейчас речь идет о создании лишь специальных центров по тестированию. Их разрешили создавать местным властям.